Здравствуйте! Самые волнительные моменты в жизни молодых родителей – малыш научился ходить. И тут встает вопрос, а какую же обувь выбрать? На тему правильной детской обуви мы поговорим с врачом-педиатром Шуруевой Натальей Сергеевной. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, ребенок пошел, какая должна быть первая обувь? Должна быть легкая, с удобной подошвой. На первом плане выходит рифленая. Обязательно присутствие небольшого маленького каблучка, где-то 5 мм. Ну и, как правило, с удобными застежками, чтобы ребенок по возрасту мог сам ее либо снять, либо одеть. И как долго вообще ребенок может ходить в обуви? Ну, если мы одеваем обувь на улицу, то это совпадает по времени прогулки, 1,5–2 часа. Вот. Если ребенок у нас ходит дома, в среднем это занимает 40 минут. Иногда удлиняется до 2 часов по рекомендации ортопедов. Нужна ли вообще обувь дома или лучше босоногим побегать? Ортопеды рекомендуют одевать, но при этом смотреть, чтобы ножка была не влажная и не потела в обуви. Но при этом не забываем про закаливающие процедуры. То есть мы снимаем обувь, иногда опускаем детей на мягкий шерстяной ковер, летом на песочек или травку. То есть это формирует не только здоровье стопы, но и всего организма детского. Благодарим вас, Наталья Сергеевна, за полезную информацию, за правильные советы. Увидимся! Это была рубрика «Мама Даша». Увидимся с вами ровно через 1 неделю. Пока-пока!